Привет, ребят, девчат. Я на такой ферме, где продают траву куском. Сейчас покажу, смотрите. У них настоящий вот эта водяная, ну не мельница просто. Может быть, даже какой-то генератор стоит. Не знаю, надо будет спросить. Короче, вот так сэкономливается где-то баксов 5. И это все по дороге. И самое главное, что эта штука не лежит весь день в машине, если купить там в Home Depot недалеко от работы. Вот так вот. Хорошие. 3 кусочка. По-моему, 15 баксов. Что-то в этом духе. Покажу, как буду делать их. Вот здесь у них дрова еще продаются и всяких всячин хороших. Вот такая контора. Давай, успехов!